Урал – сердце России. Свердловская область – мост между Европой и Азией. Именно здесь проживает почти 4,5 миллиона человек, здоровье которых всегда было в руках наших врачей. Система здравоохранения Урала – одна из передовых в стране. Очередное новшество принесло медицинское объединение «Новая больница», оказавшись в числе первых, кто встал на рельсы государственно-частного партнерства. В Екатеринбурге с 1993 года пациенты новой больницы получают медицинскую помощь на самом высоком уровне за счет средств обязательного медицинского страхования. Объединение «Новая больница» — это круглосуточная стационарная помощь, 30 отделений и специализированных центров. Всю свою жизнь «Новая больница» тесно сотрудничает с Уральским государственным медицинским университетом, являясь научной площадкой многих его кафедр. Благодаря упорному труду врачей и современному диагностическому оборудованию, клиника является безусловным лидером по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи. 245 врачей первой и высшей категории, 26 кандидатов и 7 докторов медицинских наук новой больницы трудятся каждый день ради здоровья жителей Свердловской области и не только. В неотложном порядке они принимают и лечат больных, чьи жизни находятся под угрозой. Каждый второй заболевший инфарктом миокарда в Екатеринбурге получает помощь в новой больнице. В круглосуточной рентгеноперационной эндоваскулярные хирурги проводят более 2000 экстренных интервенционных операций по стентированию коронарных артерий. Столько же операций за 4 года провели врачи по имплантации кардиостимуляторов и кардиовертеров-дефибрилляторов. Новая больница – лидер в Екатеринбурге по спасению пациентов с инсультами. За год клиника принимает у себя в срочном порядке более 1500 пациентов с ишемическим инсультом. Объединение располагает самым крупным в городе отделением реанимации и интенсивной терапии. Ежегодно через него проходит более 2600 пациентов. Каждый пациент новой больницы – это в первую очередь человек. Человек, который нуждается в нашей помощи. И эту помощь мы ему оказываем уже 27 лет. Мы спасаем жизни, мы учимся делать это быстрее, лучше, эффективнее, чтобы каждый, кто обратился к нам с надеждой на выздоровление, получил все, что ему необходимо. Медицинское объединение «Новая больница». Ваше здоровье в надежных руках.